Я даже не слышала про эту ситуацию, мне очень стыдно. Возможно, это действительно очень важная новость на сегодняшний день. Я хочу сказать лично от себя, что я считаю, что в России не может быть подобной ситуации. И за это спасибо прежде всего Владимиру Владимировичу Путину и его политике. Действительно, очень редко можно услышать о подобных ситуациях у нас в стране, и я очень этому рада.